Ну, стараешься отрабатывать то, что не получается, и поддерживать на уровне то, что уже более-менее умеешь. Со штангой работать больше получается, чем гимнастика. Работа собственным телом, оказывается, требует больше сноровки и силы, как ни странно. Люблю все, что со штангой. Приседания, рывки, толчки. В принципе, это, к этому я готова точно. Always came last, no one ever came.